Вы открываете эту дверь ключом воображения, за ней другое измерение. Измерение надоедливости, измерение видения объектов открытыми глазами, измерение уродов. Вы движетесь в мир теней и приправ, вещей и Мартина Ландау. Вы только что пришли в «Приключения Дёрпи», часть 3. Где мы? Это не 80-е? Я знаю. Мы в 2009 году, если я не ошибаюсь. Ну так, что мы должны делать сейчас? Абсолютно ничего. Если мы хотя бы коснемся или повлияем на что-нибудь, это изменит или уничтожит наш временной континуум таким, каким мы его знали. Оно мертво? Дай проверю. Ты же знаешь, я была медсестрой, так что я знаю, что делать. Ну так оно мертво? Все будет ништяк. Лучше нам уйти, пока мы не убили кого-нибудь еще. Погоди-ка, ты почти убил эту штуку. Не значит ли это, что наш временной континуум изменится, как ты говорила? А тем временем в настоящем... Меткоискатели, я нашла решение наших проблем. Эта коробка наконец-то даст нам наши метки судьбы. Эй, куда делась Скудалу? Эпплблум, что с тобой? Эпплблум? Я Мэпплблум, глупышка, ты же знаешь. Эй, Свети Белл, время идти на вечеринку к Пинки, ты идешь? Нет, у меня на сегодня назначена встреча. Лады, до завтра тогда. Идем, Дрю? Нам нужно на вечеринку к Пинки. Это делает меня счастливым. Эй, Твайлайт! Что? Твой рок, он пропал! Чё? Мой рок не пропал. Не тупи. А-а-а! Мой рок, он пропал! О, боже! Угомонись, Твайлайт, всё будет хорошо! Итак, Твайлайт, где ты видела свой рок в последний раз? Ты шутишь, да? Разве я выгляжу как Петросян?
Ты правда хочешь знать ответ? О, мой бог, мой рук у тебя! Давай, дерпи, дай сюда, дай! Давай! Она сказала выкинуть ее рог, или что это за фигня? Оки-доки! Что за хрень, Дёрпи? Зачем ты его кинула? Но ты ведь сказала сделать это! Почему эти вещи происходят со мной? Ну так, что мы будем делать теперь? Ничего мы теперь не будем делать! Я просто дам тебе умереть и уйду домой смотреть 4 сезона Альфа! Лады! Погоди-ка! Это был сарказм! А сейчас мы пойдем и заберем мой рог, после чего спасем твою жалкую жизнь! Сука! Дёрпи, эта школа просто огромна! Каким макаром мы найдем здесь мой рог? Увидишь! Ты вместе со мной должны здесь отыскать палку, точнее твой рог. Ну где же нам лучше начать? Не очевидно ли, с моим волшебным банджо мы найдем твой рог очень легко, так что просто проходи за мной! Может он там, может он здесь. Где искать нам? Не знаю. Как же долго будем рыться? Может даже столетия. Потому-то лучше работать вместе, обшарить школу и найти твой магический рог, пока его другие пони не нашли. Прямо здесь мне нужно Твайлайта отыскать и рог скорее отдать. Дёрпи, я внизу, умничкой будь и дай мне рог, чтобы мы могли спасти тебя, прежде чем твой муж убьет тебя. Эй, это не в рифму! Заткнись, Дёрпи! Мы должны искать моего мужа-убийцу! Где он может быть? Эй, Твайлайт, может нам стоит исполнить еще один музыкальный номер, чтобы скоротать время? Нет! Лады! Не надо так кричать! Это все... пропало! Все вокруг уничтожено! Что за херню она несла?
Боль! Бум! Боже,